Текущее похолодание в крае связано с прохождением холодных фронтальных разделов, которые, в свою очередь, связаны с циклоном, располагающимся сейчас над центральноевропейской частью России. Эти же фронты и этот же циклон вызвали похолодание на большей территории России, в том числе и в Москве. В дальнейшем воздействие этих холодных воздушных масс на территорию края будет только усиливаться, поэтому в последующие сутки мы ожидаем, что по территории края у нас будет дальнейшее понижение температуры, местами осадки от слабых до умеренных в виде дождя и мокрого снега. По побережью у нас возможен утром гололед на дорогах, снежный накат, гололедица. Ветер будет северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 12-17. Температура воздуха ночью на Черноморском побережье -3, +2, днем 0, +5. Действие воздушной, холодной воздушной массы на территорию края будет усиливаться, будут заходить более холодные воздушные массы. И практически до конца января месяца мы прогнозируем дальнейшее понижение температуры. Таким образом, можно сказать, что на Кубани вернулась зима. Вот эти холода продержатся до конца января, так практически точно.